Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Я для вас приготовила трендовый принт-дизайн за 3 минуты. Поехали! Для фона берем кофейный цвет гель-лака. Эрнейлс я покупала в Instagram, но, увы, магазин не могу найти. Так что ссылочку вам я не оставлю. Оу, ну куда же без мусора, правда? Просушили и снимаем дисперсию. Дальше берем белый гель-лак и рисуем горизонтальную полосу кисточкой прямо из тюбика. Итак, моя любимая гель-краска от My Nail в черном цвете. Теперь творим нашего альбиносика леопарда с помощью дотса. Я обожаю дотс. С помощью него можно создать уйму дизайнов. Пиши в комментариях, какой дизайн хочешь увидеть в следующем, в моем исполнении. Или задавай вопросы, с радостью на них отвечу. Достаем из дальней темной полки паутинку. У меня от Элис Браун. И наносим на границы принта. Последнее время эта паутинка не очень хорошо высыхает, так что не буду вам ее советовать. Топом перекрываем леопардика и сушим. Вот наш красавчик! Можно принт разместить как угодно, на ваше усмотрение. Понравился ли дизайн? Ставь лайк, подписывайся, кликай на звоночек. Впереди много интересного. Всем пока!